чрезвычайных ситуаций в эти новогодние праздники было меньше, чем в прошлом году. За 11 дней 2015 года в единую диспетчерскую службу города обратились 5000 жителей. 803 звонка касались сбоев в работе ресурсоснабжающих компаний. У кого-то в квартире не грелись батареи, у других отключили горячую воду. Все аварии удавалось устранить в течение одного дня. Всем жителям, всем собственникам зданий, всем управляющим компаниям напомнить, что сейчас на улице плюсовая температура. В связи с большим обильным выпаданием снега хочу напомнить, чтобы производились работы по очистке кровель для избежания обрушения этих конструкций.